Все разложила, получилось по 8 предметов. Такие два красивых пакетика. Та-дам! Кто же выиграет? Кто же выиграет? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет фикс прайс плюс конкурс. Да, в этот раз я зашла в фикс прайс. И что-то меня прям одолело такое прям желание, прям вижу, думаю, блин, вот это классная девчоночка кому-то подарить, вот это классная девчоночка кому-то надо подарить. Я решила, думаю, а сниму-ка я видео, возьму какие-то приколюшки себе, девчонкам, покажу их, а потом в конце сделаю конкурс, и будет два победителя. И немножечко покупочки, они такие в преддверии Нового года, потому что я не знаю, хоть сейчас уже близится все к середине ноября, только, да, еще полтора месяца до Нового года, но фикс прайс завален всякими новогодними штуками, и будет... Ну, будет полу-новогоднее. Полу-новогоднее представление. Итак, первое, что я хочу показать, это то, что я взяла себе и сразу же захотела, и сразу параллельно буду говорить, что будет у нас в коробочках. Это вот такая копилка. Я считаю, что копилка — это вообще крутая вещь. Представляете, вот вы ненужные бумажечки туда или монеточки сбрасываете, а потом в какой-то момент вам нужно все достать. Кстати, здесь можно? А, тут легко все достается. Я взяла себе, на самом деле, сначала такую. О, раз и достал все. Ну, как бы здесь нужна сила воли проявить. Не открывать раньше времени. Именно когда будет полная, когда не будет влезать монета. Вот, попомните мои слова. Я взяла таких три штуки. Одну себе. И две победительницам. Вот они. Взяла евро, потому что это самая крупная купюра, которая там была. Там было 100 евро, было 100 долларов, было 2000 рублей. И все. 500 евро, если ее перевести на рубли, это самая крупная купюра, и чтобы она мотивировала за много денег, я взяла себе именно 500 евро. Плюс она розового цвета, моего такого, да? И я думаю, возьму и девочкам то же самое, что и себе. Не буду им брать другие купюры, пусть будет все как у меня. Итак, это двум победительницам. По 77 рублей стоят такие. Кстати, я когда была на кассе, и девушка такая сразу берет у меня из корзинки, такая, а где такие у продавца, спрашивает. Пошла сразу брать. Так что, крутые вещички, я давно себе хотела копилочку. Так. Это будет у нас подарок. Я когда-то давно брала себе уже вот такие вот свечи. Я их тоже взяла себе и взяла еще на подарок две. Свечи очень красивые, у меня были розовые. К сожалению, я там не нашла под свечи вот эти пластиковые, но я думаю, вы найдете. Свечи на самом деле очень красивые, они серебристые и еще такая вот, и еще такая вот прям блестяшка вокруг. То есть они прям очень красивые. Я подумала, что, опять же, в преддверии Нового года, пока этот конкурс пройдет, пока я вам отправлю, уже, глядишь, Новый год начнется. Я не буду, конечно, долго устраивать долгоиграющий конкурс, чтобы вам все это перед Новым годом, естественно, пришло. Значит, вот такие вот еще подарочки. Это свечи. Красивые очень, будут радовать. Вы включите и будете меня вспоминать. Будете каждый раз в копилку бросать денежку и меня вспоминать. И вот такие зелененькие я себе взяла. Больше там не было зелененьких. Но я думаю, что зеленый цвет не каждому понравится. Я взяла типа мини-елочки какие-то такие. Я не знаю, что в моей голове. А серебряный, он такой цвет универсальный. Я подумала, что он понравится всем. Все-таки серебро, зима, она такая белая. Я думаю, серебро лучше на подарок. Дальше. Мне очень понравились вот такие подстаканники. Но я подстаканниками не особо пользуюсь. Гостей у меня редко бывает. Но они мне понравились, они такие прикольные. Я так понимаю, что у нас год свиньи будет. Да? Знаешь, как? Да. Год свиньи можно? У нас год свиньи будет. И поэтому везде свинюшки. Вот такие подстаканники в виде вот таких вот хрюшек-свинюшек. Миленькие. Я тоже думаю, что они будут вас... Ну, радовать, не знаю, может быть, вы для красоты поставите. Здесь две штучки, кстати, идет в наборе. Вот, я думаю, что это приятный сувенир такой, именно в год свинюшечки нашей. Дальше, то, что я уже сама пробовала, то, что я сама себе покупала, вам разрекламировала и сама себе беру, это густое масло для волос. Репейная для всех типов волос, глубоко увлажняет с эффектом биоламинирования. Мне действительно очень понравилось. Очень быстро увлажняет, я хочу, чтобы вы тоже оценили это. Поэтому я взяла вот такие две баночки, пока они есть, а то, может, они уйдут с производства. Взяла вам вот такое вот густое масло. Попробуйте и запах, вы поймете, какой запах я люблю, очень приятный запах. Вот такие вот маслица будут у нас в подарок. Дальше, я очень хочу, я сама очень люблю теплые носки.
Честно говоря, в Фикс-прайсе я их обожаю. У меня таких носков всех цветов есть из Фикс-прайса. Мне нравится, что они мягенькие, нежненькие, очень красивые такие цвета. Вот эти только цвета, по-моему, там были. Я решила взять сиреневенькие, очень миленькие. И я подумала, что так мне хочется согреть вас иногда своим теплом, своими лучами. И мне показалось, что носки — это как раз-таки такой интересный такой момент. Представляете? Когда от любимого блогера получаешь носочки какие-то, и ты вот их одеваешь и спишь в них. Я буду с вами, те, кто получит эти носочки, буду греть ваши ножки. Вот, поэтому вот такие классные носочки, мягенькие, супер крутые, одни из моих любимых, я вам тоже в подарочек дарю. Дальше, мне очень понравилось, я думаю, что в принципе даже взрослый человек выиграет или не взрослый человек выиграет, будет кому это подарить, и это действительно очень прикольные вещички. Два таких набора ластиков увидела, мне они очень понравились. Смотрите, одни сделаны как карандаши, с розовыми наконечниками. Это ластик, представляете? Три ластика. И вот такие яички. Ну, я никогда такого не видела. Я когда увидела, думаю, блин, как я хочу кому-то подарить. И девчоночки, может быть, будут участвовать в конкурсе. Это будет прикольно. Так зачем много ластиков? Вы можете подарить еще своим подружкам по парте. Сделать кому-то приятно, радость, да? Классно. И цвета, смотрите, какие красивые. И мальчиковые даже синьки. Можно и мальчику подарить, который нравится. Такие, на тебе стерочку, мне... Селена свои прислала. Круто? Один в один набор, другой в другой набор. Я не буду специально выбирать, я все это запакую, кому что попадется. Дальше у нас скоро Новый год, естественно, да? Я увидела такие классные штучки и подумала, что будет очень прикольно, если в Новый год вы повесите вот такого маленького ангелочка, мне кажется, меня напоминает, блондинка, с крылышками сзади, такая все, беленькая, розовые тапочки, да, то есть... Символ розового с нами всегда. И в руках такая сумочка в виде сердечка. Ну, с любовью от Селены Свет, понятно, да? И очень круто, если вы повесите это на свою елочку. Я, кстати, в этом году хочу очень сильно украсить свою квартиру. Не знаю почему, в один момент это пришло в мою голову. До этого я думаю, ничего не буду делать, тем более квартира съемная, не кайф. А потом думаю, да почему нет? У меня малыш уже все понимает, ему будет классно, огоньки, что-то это. И, в общем, я настроена на то, чтобы сделать вам потом рум-тур. Я хочу, короче, сделать красиво, украсить к Новому году все. Да. Посмотрим, надеюсь, времени только на все это хватит. В общем, вот такие вот игрушечки хочу, чтобы висели на ваших елочках. Вот, и вы загадывали желание, и, в общем, вам принесло все это удачу. Только удачу. Также бенгальские огни я и себе взяла. Взяла вот такие три, а потом думаю, блин, надо подарить тоже девочкам, потому что 12 часов мы любим, да, вот это загадывать желание, что-нибудь... Загадывать желание, что-нибудь зажигать. И я подумала, что очень клево будет вам... тоже подарить, положу по одной коробочке. Здесь есть цвета такие: аметист 6 штучек, изумруд и рубин. Вот я подумала, что изумруд и рубин самые такие крутые, тут тем более сердце красное. Вот в одну коробочку положу изумруд, в другую рубин. Будете на Новый год зажигать бенгальские огни. Опять же вспоминаю обо мне. И последнее, что я нашла, но две разные покупочки, они будут в разных коробочках. Значит, первая, мне очень понравилась такая вот шапка новогодняя. Она прикольная. Но я не нашла вторую, такую же прикольную. В общем, здесь, как понимаете, наши любимые пайетки, которые захватили мир. Вот такая она красивая, яркая. Трендовая шапка Деда Мороза. Ну, во всяком случае, на Новый год, я думаю, оно создаст какое-то настроение. Я хочу, чтобы эта шапочка отправилась кому-нибудь из вас. Новогодняя. А второе — это гирлянда. Мне на самом деле очень много советовали гирлянду. Купи, Селена, там 8 режимов, 50 микроламп, 3,5 метра. Такая комнатная гирлянда, она черного цвета. Сейчас вам покажу, я ее немножко открыла, надо еще проверить, чтобы она работала, а то я пришлю, она не работает. Вот такая. И я вспомнила, что я на самом деле в Фикс-прайсе в прошлом году брала такие гирлянды, и, по-моему, даже не одну. И я подумала, что давайте кому-нибудь в коробочку положу гирлянду, а кому-то шапочку. Вот. Кому что придет, это будет сюрприз. Также безумно меня покорили пакетики. Я случайно увидела такой красивый пакетик, светится. Я подхожу, такая думаю, нифига себе. Он необычный, кстати, он не просто бумажный, он из какого-то даже немножко клеенчатого внутри. Короче, прикольный пакет, и
я взяла себе сразу на подарочки. Не знаю, сколько стоит, надо посмотреть. Розовый такой красивый пакет. Оно все мерцает, видите, переливается. И вот это все переливается. И вот такой один был синенький пакетик. Думаю, как раз, может, брату что-нибудь в нем подарю. Ну или посмотрим. Я решила вам выбрать вот такие пакеты. Как раз, да, для девочек. У меня же девочки все в основном участвуют в конкурсе. И я заверну вам. Или заверну, или не заверну. Посмотрим, как получится. Но вот такие пакетики вы тоже получите себе в подарок. В общем, вот такое видео, вот такой вот конкурс будет. То есть я вам все показала, что будет у вас в подарках, две коробочки. И теперь условия конкурса. Условия конкурса, как всегда, просты и одни и те же. Это быть моим подписчиком, потому что конкурс для моих подписчиков. Поставить лайк, естественно, этому видео, чтобы я видела, что оно вам нравится. Ой, как нравятся нам конкурсы. И сделать репост. Сделайте репост в одну из соцсетей, Facebook, Одноклассники. Лучше всего, конечно, контакт. И под видео напишите «Участвую» с ссылкой на ваш репост. Странички же, конечно, должны быть открытые, чтобы я увидела ваш репост. Это бывает очень редко, но бывает, что выбираешь победителя, а страничка у него закрыта, и ты, в принципе, не можешь проверить, сделал он репост или нет. Это не считается. Вот. Я очень хочу вас погреть своими подарками, порадовать к Новому году, поэтому все участвуйте, приглашайте своих друзей. Я желаю вам всем удачи и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Все разложила, получилось по 8 предметов. Такие два красивых пакетика. Та-дам! Кто же выиграет? Кто же выиграет? Ай, да, конечно же, в каждом пакетике будет мой автограф с любовью от Селена Свей, с моей карточкой. Не переживайте, это обязательно. О, у меня тут и евро, и рубли. Кстати, там были и рубли, и евро, и доллары. И можно было бы под каждую валюту вообще свою копилку. Но у меня пусть будет все евро.